Налоговые льготы, госсубсидии и внеплановые прокурорские проверки. Что готовит общественникам новое законодательство о некоммерческих организациях? Плюсы и минусы обсудили в Самаре. Члены Общественной палаты России ведут разъяснительную работу в регионах. На семинарах рассказывают о том, кто и на каких условиях может претендовать на грантовую поддержку. И как себя обезопасить от неправомерных действий. Позитивная сторона в том, что развивается законодательство, которое связано с социально ориентированными организациями. И социально ориентированные организации могут сейчас рассчитывать на имущественную поддержку, могут рассчитывать на субсидии в гораздо большем объеме. Предполагается также внесение изменений в налоговый кодекс по льготам для благотворителей, которые будут жертвовать на благотворительность или на общественную деятельность и могут тоже из налогооблагаемой прибыли соответствующие проценты вычитать.